Всем привет! Сейчас я хочу разделать малородку. Такой способ я увидела в одном видеоролике. Берем жабры, плавнички. Вот я промыла рыбу, она теперь у меня, можно сказать, целая и без кишочков. Сейчас я ее посолю и буду жарить. Сейчас я хочу показать, как можно есть рыбку без косточки. Как называется? Без вот хребта. Так, сейчас. Это я уже попробовала сделать. Нужно отломать хвостик. Потом ее так вот помассажировать. Ну это делается. Они там делали палочками. Я палочками не могу. Короче, так вот помассажировал. Берешь за хребет и потихонечку тащишь. И вот что получается. Чик. Опс. И вот он, хребетик. Все. Получилась рыбка без косточки. Целая рыбка. Целая тушка. Теперь можно кушать. Давайте еще раз попробуем. Показываю еще раз. Ломаем хвостик. Там показывали, что нужно это делать палочками.
берем за хребет. Берем за хребет и потихонечку тянем. Вот. Вот так вот. Учитесь у японцев, как нужно кушать. Там прям все так неторопливо, красиво. Надо еще попробовать это все сделать палочками. Хвостик отрываем. Я палочками не могу пользоваться, поэтому у меня сейчас все будет коряво. Нужно ее так вот промять. Так вот потихонечку подтягивать хребет. О, получилось. Вот у нас получилась рыба без костей. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, я еще что-нибудь покажу интересного. Всем пока!